Сам-то я, почитаю, уж 20 лет тут живу. Как обженился, так и остался. Так что всю округу хорошо знаю. Вон там, за просекой. Уверен? Да точно там, говорю ж тебе. Ребятишки с хутора пошли на рыбалку и увидели этот ихний самолет-то. А с него два парашютиста. Ну как грибы белые, разве перепутаешь с чем? Тебе, отец, на маслобоне надо работать. Это почему уж, позволь спросить? Гладко стелишь. Сразу на диверсантов замахнулся. Я ж, мил человек, не за ордена и не за деньги. За землю нашу. Тихо. Оставайся здесь. За мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Документы, пожалуйста, предъявите. Документы сейчас. Это можно. Пожалуйста. Вы не из Веснянок случайно идете? Да нет, из Погорелок. Мы в район с лекарствами. Жена слегла, хозяйство стало. А что, случилось чего? А то мы спешим. Переживаешь, небось, за мамку-то? Угу. Товарищи, у нас времени мало. Ее лихорадка мучает. Ради Христа. Понимаю. Сами спешим, но мы в Погорелке, там ведь мост ночью сожгли, а на мельнице мука для отправки на фронт. Не знаете, мельница-то в порядке? Не знаю, мы на окраине хутора. Ну что, сынок, пойдем? Бог в помощь, товарищи. Ну а папку-то твоего как звать? Ух ты! Дяденька, спасибо, но я не его сын и не с Погорелок, я с хутора. Он хотел, чтобы я к станции вывел. С ним еще один был, он где-то в лесу. Понятно, парень. Связать. Есть. Это насчет того-то сразу смекнул. Погорел как-то нет. Ни моста, ни мельницы. Чужак, значит. А это здоровый кабан. Ой, поломал бы да. Он вас. Вовремя ты, отец. Спасибо тебе. Ты за маслобонь у меня. Извини, с тобой ведь, оказывается, и в разведку можно. Ладно, чего там. Но если надо, завсегда. Ну что, это второй. Значит, всех поймали. Черти, куда копытом бить. Смотри, мост, продсклад и станция. Фронт от тыла хотят отрезать. Да, на этой ветке военные эшелоны, как пироги на сковородке. Успевай переворачивать. Так. Если рванут, полетят наши головы. Так ведь, товарищ комиссар? Ты, Разгин, за свою голову переживаешь? Или за нашу страну? За родину, конечно. Оно и видно. А другие группы сведений поступали? Пока нет. Оперативников разослали по всему району. Ждем. Как вы считаете, убийство Пантелеева и высадка диверсантов – это звенья одной цепи? Или это совпадение? На войне все случайности закономерны.
Пошлю Галимова, пусть пороет. У него нюх на этих паразитов. Кстати, о закономерности. Вам мат. Повязка тебе не поможет, если ты не будешь меня слушать. Вывих плечевого сустава – дело серьезное. Может, уложить тебя в палату в приказном порядке на недельку, товарищ капитан? Шутишь? А что? Пойду к твоему начальству, так и доложу. Капитан Галимов тяжело травмирован, требуется постельный режим. Вот тогда-то ты меня и научишь стрелять. Обещал же. Ой, бегаешь вечно по своим лесам. Заглянул бы, спросил, как дела. Вот вылечишь меня, обязательно загляну и спрошу тебя, как дела? А ты спроси авансом. А у меня все по факту. Ой. Все, если ты закончила, мне пора. Мне еще отчет надо писать. Саша, приходи ко мне сегодня ночью. Я одна на дежурстве. Разгин мне бутылочку вина подарил. Разгин? Че это он тебе вино дарит? Саша, так ты придешь? Но ты же мертвого уговоришь. Все, мне пора. Спасибо за помощь. Смотри-ка, а? Герой. Да, я тебе помогу, а ты сейчас второе плечо вывихнешь. Здравия желаю. Здравия желаю, товарищ комиссар госбезопасности. Надымил тут. Туши свою коптилку. Дышать нечем. Саш, спасибо за работу. Парашютисты уже дают показания, но у нас еще одно ЧП. Во взводе охраны моста убит наш сотрудник. Леша Пантелеев? Дела. Да у них там сроду ничего не случалось. Ну, видишь, случилось. Ножом бойлерный. Нехорошая цепочка проявляется. Сначала это высадка, а теперь и убийство. Отправляйся туда немедленно, помощника я тебе дам. Вы же знаете, товарищ генерал, я привык один работать. Без возражений. Она будет вести протоколы расследования. Она? Это что, женщина? А тебя удивляет это слово? Спасибо скажи. Будет с кем нежным словечком перемолвиться. Она сейчас в столовой, перекусит с дороги и к тебе. Младший лейтенант Липинская. Любовь Андреевна? Я с ней в 41-м работал, у нее еще сын тогда под бомбежкой погиб. А теперь еще и муж. Прошу внимания. Это линия фронта. Это мы. Других путей для эшелонов, кроме этих железнодорожных путей, нет. Мост и станция – это сердце. И наша задача – не дать врагу провести операцию по их уничтожению. Копни там поглубже. Думаете, крот? Возможно. Понял. Разрешите идти. Иди, Саша. Орел. Кровь из носа, а всю информацию мне каждые 2 часа на стол. Есть. Дай закурить. А как же коптилка? Да не изви ты, майор, дай папирос. Прошу. Отлично, Башкова. Все сюда. В чем ваша ошибка? У вас в руках оружие, а в башке пусто.
Так не пойдет. Оружие продолжение не только вашего тела, но и мысли. А на это мозгов пока не хватает. А вот у Башковой сработало. У нее в грудях локаторы. Она ими кого хошь запеленгует. Мирно! Вольно. На учебную площадку шагом марш. А это компотик яблочный. Очень вкусный. Будете? Сухпай? Нет, яблочки настоящие. Мы их у местных закупаем. Они их мешками тащат. У них от этого добра сады ломятся. А хлебушка по несколько месяцев не видят. Так что мы им хлебушек, они нам яблочки, а мы вам компотик. Выгодная сделка. Я попробую. На здоровье. Ну что, Любовь Андреевна, как вам наши харчи? Получше, чем в 41-м, правда? Товарищ капитан, младший лейтенант Липинская, ваше распоряжение прибыла. Да брось ты, Люб. Здравствуй, старая знакомая. Не такая уж и старая. Вместе будем работать. Какими судьбами к нам занесло? А у нас судьба одна. Родина приказала. Младший лейтенант Липинская выполнила. А ты на родину все не сваливай. Должна быть собственная инициатива. Без этого никак. Ну что ж, не буду мешать, да и дай я тебя подожду на улице. Я быстро. Липинская. Что? Липинская, Любовь Андреевна. Красивая женщина. Начальство решило, что Галимову нужен помощник. Работать, мать мущая. Будут работать вместе. Днем и ночью. Марьяночка, я после отбоя к вам зайду. Зачем? Марьяночка, ну перестаньте. Вы не нужны вашему Петрарке. Он у нас трудоголик, круглосуточно арбайтен, ловит шпионов. Это вам трофейный. Опять со склада? Разведчики своих секретов не раскрывают. Ну так как? А никак. Виктор Валерьянович, у вас есть травмы, вам нужна моя медицинская помощь. Я тоже очень арбайтен, и шоколад свой заберите. Простите, конечно, если обидел, но шоколад-то тут при чем? Правильно. Шоколад ни при чем. Вставай. Присаживайся. Что будешь? Водку или коньяк? Коньяк. Как группа? Сброд. Сейчас приходится довольствоваться и этим. А ты кем себя считаешь? Да. Ты за Россию. Идея это очень хорошо, Савельянов. Но твои предки продали свою родину и теперь побираются по всей Европе, рассказывая басни о своем царе, о великой России. Коммунисты
Вот настоящая сила. Ее-то мы и должны сломить. Вы назад в ту страну не вернетесь. Германия. Вот. Нация будущего. Я сомневаюсь. В Кузьминке и в Калятко. Уголовники люди ненадежные. А я сомневаюсь во всех. И даже в тебе. Учти это. Считаешь себя выше этой шайки? Вот, это инструкция. Разрешите идти? Иди. Подожди. Я ценю твою преданность, но учти, гордыня к добру не приведет. От своих же и получишь нож в спину. Иди. Не рад? Да нет. Значит, все равно. Я рад тебя видеть, правда. Просто понимаешь, я привык один. Одинокий волк, вернее, волкодав. Так ведь тебя называют. Я слышала про диверсантов. Ты молодец. Но тебе не кажется странным, что они были вдвоем и у них не нашли взрывчатки? По-моему, это кукушки. И если это так, то это не цветочки, не ягодки. Пристреливаются они. Что молчишь? Я ведь и по губам читать умею. Но в голову-то залезть трудно. Извини, задумался. Ты права, это наблюдатели. Двое с рацией, с картой местности. Высадка на объект, сбор разведданных. Передача на базу и обратно. Меня другое волнует. Раньше они по углам и кустам прятались, а теперь в наглую прут. Вон местных, под дулом по дорогам водят. Приперло, видно, совсем. Это точно. Ты как? Слышал про твоего мужа? Привыкла уже. Целый день на ногах. Ночью сплю, как убитая. А вот просыпаться страшно. Да. Опять меня в эти края занесло. Стой! Проезжай! Здравия желаю, товарищ капитан. Старший лейтенант Козырев. С приездом. Заждался. Обед, так сказать, ценит. Все по высшему разряду. Но с учетом военного времени, конечно. Младший лейтенант Липинская, мой помощник. Проводите, пожалуйста, на место преступления. Сразу к делу? Одобряю. Доступа посторонним нет. Периметр охраняем строго. У нас ведь отравились такого не было. Мы только по уставу живем. Ни шагу в сторону. Все время прямо. Все? Так точно. Прошу. Товарищ старший лейтенант, за время дежурства происшествий не случилось. Серьезно? А это? А это еще до меня. Вольно. У вас дверь открыта? А у нас всегда открыта. Петли прогнулись. Но я взял на заметку. Исправлю. Окна? Окна закрыты наглухо. Даже задвижки снял. Он мог уйти только через дверь. А во дворе у вас там всегда полно народу? Но я лично опросил всех солдат. Никто диверсанта даже в глаза не видел, поэтому… Диверсанта? С чего вы взяли, что это диверсант? Ну, а кто же? Наши все проверены, я за всех ручаюсь. Они у меня все как на ладони.
У меня глаз алмаз. Солдаты прозвище дали. Взрыв в корень. Кто первым обнаружил труп? Я. И молчите до сих пор? При каких обстоятельствах? Виноват, товарищ капитан. Но я его еще живым застал. То есть, на последнем дыхании. Я к нему, а он Валя-Валя и помер. Валя? Валя. Это жена. В Абакане проживает с детьми. Кухонный. Ваш? Ну, это трудно сказать. Надо ревизию делать. Ну, так сделайте ревизию. Глаз алмаз. Решите идти? Идите. Боец. Слушаю, товарищ капитан. Принеси просто не накрой тело. Есть. Думаешь, кто-то из своих? Сначала надо выяснить, за что. Мой сотрудник работал под прикрытием. Очень хороший парень. Я в такие совпадения не верю. Я тоже не верю. Сгорело начисто. Местные Люба не станут жечь. Костер у моста охрана увидит. Пацаны обычно картошку пекут. Шелухи нет, зато огарков от бумаги достаточно. В попыхах жег. Непрофессионал. Ветер с самого утра гуляет. Что это? Ветер. Спасибо, дружок. Ицкий Алекс. Что ты об этом думаешь? Кто-то сжег эти бумаги, стараясь что-то скрыть. Не досмотрел немного, спешил. А вот у нас времени достаточно. Пойдем-ка к Козыреву заглянем, проверим личный состав. Галицкий Александр Петрович. Галицкий. Извините, товарищ капитан. Синицкий. Александр Григорьевич. Криницкий. Алексей Валерьянович. Нет, есть такие. Отличные ребята. Можно поговорить с этими отличными ребятами? Я имел в виду, что без нареканий. Всех троих звать? Да, только по очереди. Дежурный. Галицкого, Криницкого и Синицкого. Ко мне срочно. Давай. Сейчас придут. Может, чаю хотите? Или насчет обеда надумали? Картошечка с маслом. Ну и все такое. Вы, Козырев, никогда не дослужитесь до капитана. У вас подразделение убийства, а вы о еде. Ну а как же? С дорожки и не подзаправиться. Непорядок. Знаете, товарищ капитан, мы хоть и на войне, а закон гостеприимства никто не отменял. А вы хвостом не крутите? Вас, между прочим, из списка никто не вычеркивал. Из какого списка? Товарищ капитан, я же вам только помогаю. Вот. Ты чего не спишь? Это же Вальд. Ты что, с ума сошел? Найдут этот блокнот, нас вместе с блокнотом сдернут. А может, и не найдут. Этот блокнот нам еще жизнь спасет, если дело выгорит. Ну, дай сюда! Это... Ты же нам смертный приговор рисуешь, ты это понимаешь или нет? Страшно. Страшно, Коля. Страшно. Эти же упыри расстреляют и фамилии не спросят. Ну, значит, расстреляют. А не эти, так те. Ты что, передумал? Коль, ну... Ну, мы же не предатели. Мы же к своим хотим вернуться. В конце концов, ну, там же тоже не дураки сидят. Ну, должны же понимать, я... Кровь проливал на фронтах.
А я, Гриша, в плен. Без сознания попал. Очнулся в лагере уже. А сюда я по доброй воле пошел. Думаешь, забудут? У немцев был, значит, уже предатель. Так ты что же? Поезда будешь взрывать? Нет, Гриша, не буду. Только боюсь, что на слово нам уже никто не поверит. А вот это уже что-то. А это зачем? Ну, смотри. Найдут так, точно до своих не доберемся. А так, уже сказочный уродец. И только я знаю, что нужно стереть. Понятно? Ага. Ложись, отдыхай. Немцев надо подоить хорошенько. Надо. Насвистим, что антисоветский отряд, сколачиваем. Железнодорожников подкупаем. На это они точно раскошелятся. У них деньжата есть, много. Насвистим. Я опять в зону не хочу. Хочу дело сделать и деньги получить. И что потом? Не знаю. Может, с Германии заберут. И что будешь делать в той Германии? Семью заведу. По-человечьи жить стану. С фрау. А что? Немцев война сильно подкосила. Так что теперь мужик в цене, тем более с денежкой. Ну, хватит. Отбой. Скоро вылет. Кореницкий Алексей Валерьянович. В каких отношениях был с Пантелеевым? Терпеть не мог. Не люблю людей, которые вынюхивают все, в душу лезут. А чем же больна ваша душа? Моя душа ничем не больна. А вы к чему клоните? Послушай меня внимательно, рядовой. Если ты сейчас здесь будешь заговаривать зубы, твоя душа будет болеть в карцере. Когда последний раз ты видел Пантелеева? До обеда в казарме. При каких обстоятельствах? Он что-то в дневник записывал. Меня увидел, спрятался. Все. Правда. Ну, правда. Синицкий Александр Григорьевич? Так точно. Что делал сегодня после обеда? Незачем убивать Пантелеева. При чем здесь Пантелеев? Почему так волнуешься? Да потому что вам все равно, что я скажу. Троих расстреляете, все равно один окажется убийцей. Ну, я вижу, ты для себя все решил. Арестуем, обвиним, расстреляем. А раз решил, поедешь с нами. Стойте! Вам, наверное, Козырев рассказал о нашей ссоре с Пантелеевым. Да, рассказал, а ты сейчас повторишь. Упустишь хоть одну деталь, сгниешь в штрафбате. У Пантелеева в подушке лежал блокнот. Я немного почитал, там много всего было, а он... Ты подумал, что он стукач? Так точно. Он увидел, началась драка. Я ударил, он в ответ, знаете, как это бывает. Что успел прочитать? Там было Галицком, его братья. Вроде как он пришел к Власову. Товарищи, я в штрафбате не выживу. Я здесь хорошо буду служить. Хватит скулить. Неси службу достойно. И чужие вещи не трогай. За это морду набить мало. Понял? Спасибо, товарищи. Что делал после обеда?
Ну, что делал? Вернулся в казарму после наряда. Отдыхал. А Дневальный видел? Его начальник послал крыльцо красть. Только он не признается. Запрещено Дневального с поста снимать. Ну, значит, не видел. Ты ведь в пищеблоке служишь? Да, хлеборезом. А что? Врет он все про Дневального, врет! Дневальный все время на посту был. Да, у вас во всем порядок. Вон крыльцо краской благоухает. Красота! Дневальный под присягой подтвердит ваши слова? Кто мог подумать, что такое случится? Людей не хватает, ну и пришлось Дневальному под покраску поставить. Виноват. Снимут меня теперь, ну и сам виноват. Ножи проверили? Конечно. В хлеборезке одного ножа не хватает. А что хлеборез? Рядовой Гальцкий. Нормальный парень. Да у вас все нормальные парни. А подразделение труп. Глаз алмаз сбой дал? Или у самого рыльца в пуху? Да вы что, товарищ капитан, как можно? Я же предан вам. То есть не вам лично, а стране вашей. Ой. В нашей стране. Я свой. Я советский. Я же и словом, и мыслью все время думал, как надо. Я же только по линии партии. Но. Оборот это сбавьте. Вы тоже этот нож могли взять. Мог. Но не брал я его! Я его не брал! Не брал я его! А знаешь, что я думаю, Галицкий? Я думаю, что это ты убил Пантелеева. Твои товарищи сказали правду. А ты ведь у нас сам себе на уме. Дай руку. Дай. Хлебом пахнет. Я же говорил, я хлеборез. И костром. Интересный листочек, правда? Это листок из костра, который ты сжег за забором сразу после убийства. Я знаю точно, что Пантелеев раскопал информацию о твоем брате, который перешел к Власову. Ты Пантелеева убил? Завладел блокнотом? И сжег. Когда в части заговорили об убийстве Пантелеева, я тут же начал искать блокнот. Мне о нем Синицкий рассказал. Я решил уничтожить все сведения о брате и сжег блокнот в лесу, но Пантелеева я не убивал. Ну, это было так себе, неубедительно. Ты еще о ноже забыл рассказать? Каком ноже? Вот зараза, третий час ребят уже мучают. А Козырев перед ним, как собачка дрессированная, прыгает. Нет жизни нашему брату. Плюнешь не в ту сторону. Замучишься особистом отчитываться. Ну. Пороху не нюхали, а гонору на весь взвод. Смотри, Галицкого взяли, гады. Товарищ комиссар, мне нужна вся информация на Галицкого Александра Петровича, рядового взвода охраны моста. Нет. Нету пока результатов расследования, к сожалению. Хорошо, приеду, доложу. Люба, собирайся, мы едем. Люба! Люба! Что? Что с тобой? Прости, задумалась. Какое-то странное ощущение, как будто за мной все время кто-то наблюдает. Хотя, наверное, показалось, меня же здесь никто не знает. Прости, от этих допросов устала, голова идет кругом. Ловко ты его с костром. В управлении дожмем, и дело закрыто. Непростое это дело. Пантелеев узнал всю подноготную Галицкого, это факт. Только вот убийца ли Галицкий? Это вопрос. Кто ж тогда убил? Я не знаю. Надо вести расследование. Я готова. Thank you.
Кавалеристы, Сталин дал приказ. Кавалеристы, зовет отчизну нас. Машкова, ты парашют проверила? Тебе-то что? Беспокоюсь о твоем молодом здоровье. Какое дело должно приносить радость людям? А так кольцо заклинит, и какая же это радость? Да. Белый конь. Вот именно что. Не на базе. Ты что делаешь? Отстраняешься от боевого задания. Иди сюда! Турел! Я же пошутил! Корешам на зоне будешь тыкать. Сейчас научишься летать без парашюта. Команды нужно выполнять. Марианочка. Кто там? Это я. Что вам нужно? Ну, я же говорил, что после отбоя зайду. Уходите, уже поздно. Марианочка, я приготовил вам подарок. Здесь духи. Настоящие. Уходите. Вот стерва. Марьяна, открой дверь. Я не люблю, когда мне перечат. Я ведь все равно никуда не уйду. По Галимову сохнешь. Так я и не таких делал. Я любого здесь могу под трибунал отдать. Кто-то кабинится еще. Еще раз ты в мою сторону хоть глазом поведешь, я тут же доложу об этом товарищу комиссару. Огонь, баба. Майор, зайди ко мне. Здравия желаю, товарищ комиссар второго ранга. Пока порадовать ничем не могу. А мы не в детском саду, и ты не Дед Мороз, чтобы меня радовать. Что по делу Пантелеева? Подозреваемого Галецкого Галимов везет к нам. С утра будем допрашивать. Убит сотрудник НКВД. А ты с утра? Допросить сразу же. Срочно примите все меры к раскрытию преступления.
Так точно, товарищ комиссар. Как сам-то? В этой ссылке привыкаешь? Ну, чем дальше от штаба, тем люди лучше. Ну, не решись. Сам виноват, меньше начальства будешь критиковать. Раскрой дело. Верну тебя обратно в штаб. Я не тороплюсь. На свежем воздухе живется легче. А не можешь ты спокойно доложить даже мне. Найди убийцу. Отбой. А ты чего такой мокрый? Дождя вроде не было. У меня был. Зачем вызывали? Галимов везет подозреваемого убийство Пантелеева. Допроси его не с утра, а сразу же по прибытии. И штаба покой не дают. Будет сделано. Разрешите идти? Да. Свои. Отпусти. Что, испугалась? Что ж ты, Пашкова? А если в коммунисты? Зверь, баба. Где остальные? Зачем они нам? Нам же с тобой и так весело, правда? Только посмей. А? Что случилось? Где Зайцев и Беляев? Километры отсюда, ветром отнесло. Парашюты спрятали? Да. Рация? Цела. По одному за мной шагом марш. Эй вы! А ну стоять! Руки вверх! Ты как здесь оказалась? Ну вот, только проснулся, а уже ворчишь. И сподни твою постирала. Вон, понюхай, как пахнет. Ромашки отмачивала. Чего уставилась? Отвернись давай. А что, нельзя? Переодеваться буду, а ты пойди погуляй пока. Поешь, приходи. Перевязку сделать надо. Спасибо, Саш, хорошо поработал. Отчеты твои мы прочитали. Майор Разгин уже занимается Галицким. Я бы хотел довести дело до конца. А что там доводить? Вот по Галицкому пришла информация из управления. Брат у власовцев. Отца еще в 37-м расстреляли, как врага народа. Мне все понятно. Галицкий прикрывался личиной советского солдата. Вот и все. Я бы с вами согласился, но вряд ли при таком раскладе он пойдет вам навстречу. Не думаю, что забив его до смерти, вы найдете настоящего убийцу. А он и есть настоящий убийца. Факты говорят о том, что Галицкий сжег в лесу свой блокнот, а в остальном одни вопросы. Вот я их и решу. Правильно, товарищ комиссар? Правильно, правильно. Иди, Саш, так надо. Есть.
Многое себе позволяет ваш любимчик. Заелся. На войне не должно быть привилегий, а то можно и... Поучи меня, майор. Арестованный в вашем распоряжении. Повторяю. Назови место дислокации разведшколы. Имя руководителя. Да пошел ты. Еще раз повторяю. Место дислокации. Имя руководителя. Твое положение в диверсионной группе. Радистка. Назови позывные. И время выхода в эфир, и я обещаю, я сохраню тебе жизнь. Ничего. У нас еще есть время. Устал. Курить хочешь? Пойми, выхода у тебя отсюда нет. У тебя только два варианта. Либо... ты превращаешься здесь в кровяную отбивную, либо... Что? Ну, на волю-то ты отсюда не выйдешь. А вот жизнь сохранишь. Понимаешь? Жизнь. Пару дней у нас тут отдохнешь, отъешься, ну, а потом обратно в разведшколу. Кстати, твой друг Калятка полностью на нашей стороне. Рассказал все как есть. А можно мне с ним поговорить? Конечно. Но не сейчас. Чуть позже. Понимаешь, я должен поверить в твою искренность. Есть хочешь? Дежурный! Да. Ну-ка, боец, мотнись на кухню, да принеси нам борща и каши. Да побольше! Есть. Сейчас поешь как следует. Наешься вдоволь. Ну, а пока давай. Рассказывай. Время дорого. Ну, в общем, так. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, прости, что не дожил. Три дня, три ночи я до той весны.